пойдешь на дно. Доброго дня, шановні телеглядачі. Це програма «Музафон». Сьогодні ми розповідатимемо про колектив не пісенний, а танцювальний, до того ж слов'янський. Це студія арабського танцю Вікторії Котової. Здравствуйте, Вікторія. Вашому колективу «Оазіс» в этом году исполнилось уже 6 лет. А скажите, с чего все начиналось? Как было в 2005 году начинать? Сложно ли это было? И вообще, как все было? Можно сказать, что было все случайно. Я поехала в Киев со своими знакомыми, попала на уроки. На первые уроки были танцы Карине Сингаевской. И сразу же с первых минут, с первых звуков музыки восточной, запахов этих восточных ароматных палочек, просто была очарована и влюбилась в этот вид искусства, можно сказать. И решила, что у меня будут силы, чтобы начать и организовать студию здесь, в Славянске. Просто на тот момент я воспринимала это все как хобби. Просто была, сразу была влюблена в этот, в танец, танец живота, были танцы. И поэтому вот думала, что вся моя система преподавания будет направлена на то, чтобы люди приходили ко мне, красиво двигались под красивую музыку, отдыхали, расслаблялись, ну, чтобы получали удовольствие. Ну, как вид расслабления, как вариант был хобби. А нужно было делать концертную программу, потому как люди чему-то научились, и желание было выступать. И вот с того момента и закрутилось все. Концерты, для меня это оказалось очень интересным, хоть и сложным, но интересным таким. Организация этих мероприятий, концертной деятельности, ну и потом уже потянулись и конкурсы. Хотя вначале я была против конкурсов, чтобы дети не получали психические травмы, мне было всех жалко, все, но это длилось недолго, мои вот эти сомнения. И мы начали вывозить детей на конкурсы, когда пошли первые призовые места, самоучастие, это все подзадоривало, давало такой толчок и к еще дальнейшей работе, к совершенствованию. Ну и так все закрутилось. И теперь мы, ну, я считаю, что мы довольно-таки быстро вышли на тот уровень, на котором мы находимся. Я хочу сказать, что это уровень высокий и для нашего города Славянска. Об этом я могу судить по тем наградам, которые получает мой коллектив, мои девочки. То есть это оценка и мастерства, и работа тренерская. Поэтому я думаю, что все у нас идет вперед. Мы продвигаемся вперед, поднимаемся выше по ступенечкам. Ну, это наша цель теперь – не удержать эту планку, которую мы имеем сейчас. Меня зовут Настя, я хожу в этот коллектив уже 4 года. Мне нравится тут очень хорошие руководители, ездим на различные конкурсы, танцуем различные танцы. Скажи, вот кто твой танцевальный кумир, на кого хотела быть похожа, кто нравится, как танцует? Алла Кушнир. Кто она там танцевала, что тебе запомнилось? Костюмы или какой-то у нее был особенный костюм? Костюмы, и у нее очень красивые танцы. Меня зовут Настя.
Скажи, сколько занимаешься? Есть ли у тебя какие-то уже в твоем личном вот активе какие-то кубки, грамоты? Да, что-то? Я занимаюсь почти 6 лет. У меня много кубок, много всяких медалей, дипломов, грамот. В основном первые места. Мне вот очень нравится наш коллектив, наш преподаватель. Он добрый, ласковый, он нас понимает. Он нас очень любит. И мы как стали, как одна большая дружная семья. Скажи, как тебя зовут и сколько занимаешься? Меня зовут Алиса, и занимаюсь я уже ровно 6 лет. Пошел 7-й год. Столько ровно, сколько и с самой студии. Я очень люблю эту студию. Я очень рада, что вот Бог вывел меня именно на этот путь. 6 лет занимаешься, да? Видишь уже какие-то у себя результаты. Чего хотела бы достичь вот в танцах? И вообще собираюсь это сделать своим как бы, ну, основным видом деятельности или нет? Да, я заканчиваю школу и планирую поступить на хореографический факультет, потому как всю жизнь посвятила танцам. И ну, восточные – это значительная часть всего танцевального пути. Поэтому я бы очень хотела связать свою жизнь с танцами, можно и с восточными, я буду даже очень рада. И, ну, нести людям то, что я уже знаю, то, что умею, и помогать другим, и самой совершенствоваться. И дальше развивать балет-данс как искусство. Это очень важно, и в моей работе это имеет особое направление. То есть я с самого начала воспринимала это как культуру прежде всего. Как восточную культуру, и к этому относилась очень осторожно, пытаясь добыть какие-то сведения, чтобы немножко развеять первоначальное впечатление о том, что балет-данс, танец живота – это танец соблазнений. Это далеко не так, да. Здесь очень все тонко, действительно, Восток – дело тонкое, и нужно к этому подходить. Это прежде всего искусство, и я этому учу своих девочек. Начиная вот уже с 4 лет, с 5 лет, то есть мы потихонечку, как может ребенок обладать танцем соблазнения? Ну, никак. Поэтому здесь идет просто общее развитие ребенка. Привлекаем его к прекрасному, учим красиво двигаться, пластика, восприятие музыки и умение двигаться под музыку, под восточную. Она очень непростая на первый взгляд, то есть под нее двигаться не так-то просто, потому что мы все слушали с самого детства совсем другую музыку, совсем другие ритмы. Здесь свои особенности, и иногда бывает сложновато уловить ритмы, но это все входит в систему наших занятий с детьми и со взрослыми. Я уже хожу почти 4 года. Мне нравится, когда у нас в школе какие-то мероприятия, то меня всегда приглашают, и почему-то я всегда первая. Наш коллектив очень дружный, хороший и веселый. А преподаватели отзывчивые, хорошие, и они очень нас любят. Много друзей, и все они очень хорошие и добрые. Если кто-то заболел, то все кого-то поддерживают. Зовут меня Галина, занимаюсь я тоже, так скажем, 6-й год. Побед много, сразу буду нескромна, много, благодаря нашему преподавателю. 99% это ее успех, остальное это уже наше.
Коллектив наш взрослый, очень дружный, мы всегда всем друг другу помогаем во всем, не только здесь на занятиях и помимо. Отдыхаем, встречаемся. Вот такой вопрос. Все-таки взрослая жизнь, какие-то обязанности, семья, дети, где находите время и ресурсы? Ну, ресурсы мы зарабатываем. А вообще я хочу сказать всем, кто нас смотрит, особенно женщинам, у кого есть комплексы, приходите на восточные танцы. Они сразу у вас пройдут. Особенно у кого с фигурой проблемы. Это будет уже не проблема. Дело в том, что этим надо, ну, в хорошем смысле слова, болеть. Если заболел, это все. Дома смирились, сначала возмущались, а теперь с нами на конкурсы ездят, за нас болеют. Особенно мужья, они прям уже знают, что где как называется, кто какие конкурсы выигрывает, ну, то есть там Кубок мира или там чемпионат Украины, они уже это все разбираются. Поэтому этим надо болеть. А начали заниматься уже во взрослом возрасте? То есть, ну, нет, лет назад. Не занимались нет. Вообще никакими танцами? Я сюда случайно пришла, и все, и попала. Теперь я даже не представляю, как можно по-другому. Коллектив начинался с 11 человек или сколько было? Ну, было где-то, я уже не помню, человек 11 детей. Вот сейчас из этого состава у меня две девочки, по-моему, остались те, которые остальные уже выпустились, уже закончили школу и разлетелись. Мы с ними поддерживаем хорошие отношения, я радуюсь их успехам. И вот сейчас подходят последние, те, которые пришли ко мне девятилетками, они уже заканчивают тоже 11 класс. И было несколько человек взрослых, тоже человек, наверное, 10-15, ну, то есть... Количество за это время, наверное, утроилось. Ну, в связи с тем, что нестабильна наша экономика, поэтому нестабильное посещение. Вот. Поэтому всегда желаю благополучия и достатка. Потому что очень жалко, что многие и взрослый состав не могут ходить, потому что из-за материальных проблем, прежде всего. Так бы, я думаю, мы бы еще больше разрастались. Сейчас в вашей студии могут заниматься не только дети, но и взрослые, причем без ограничений возрастных либо весовых. Как? Конечно, конечно. Но изначально, так как я уже была не в детском возрасте, не в подростковом, вот, у меня уже взрослые дети, и когда я начала заниматься, то есть это как отдушина. Поэтому я всегда за, и я не могу так кричать, что приходите все ко мне, там, снимайте стресс. Нет, но я очень рада, когда приходят женщины уже в возрасте, и когда спрашивают, а если мне там 40, я еще могу заниматься, то я всегда за, то здесь ограничений абсолютно нет. Это душа каждой женщины, поэтому вы можете там не участвовать в концертах, но просто прийти и подвигаться. Здесь очень много таких нюансов, что Восток полезен и для здоровья, и для и как такой психологический как бы тренинг. То есть много таких моментов, из-за которых стоит сюда прийти. Вот, потому что очень радует, когда у меня взрослые уже сеньоры или взрослые выходят на сцену, а еще когда они едут на конкурсы. То есть, потому что
время как-то проходит в заботах. И часто женщины просто забывают о себе. А здесь возможность окунуться в прекрасное. В прекрасный мир и музыки, и движений. И вот многие любят танцевать, да? А где еще, в каком виде танцев можно себя проявить? То партнеры нужны, то какие-то еще ограничения. Здесь же нет никаких ограничений, только свое личное «я», свое желание и свои стремления. Каждый решает, когда приходит на занятия, у каждого как бы своя цель. Кто-то приходит просто позаниматься, кто-то хочет выйти на сцену, кто-то хочет стать смелее, проявить свою индивидуальность, и вот вперед. Балетданс – это для вас. И очень было приятно, в этом году у меня с сеньорами поехали мужья на конкурс. Это было, конечно, очень трогательно и такая гордость, потому что они уже сидели в течение 2 дней на конкурсной программе, уже разбирались в номинациях, они уже разбираются в лигах, там, кто с кем, и как, и за что оценивают, и болели, и кричали. То есть такая поддержка, я думаю, это сплочение и в семейных отношениях, но это очень хорошо. А детки, мы же начинали с 9 лет, и я к этому подходила очень аккуратно, потому что детский балетданс вызывает очень много вопросов и очень много споров. И как бы то, что я наработала в работе с детьми, это мое личное, потому как не было никаких таких ни пособий, как заниматься с детьми. Поэтому очень аккуратно. Я еще благодарна тому, что мне дано было педагогическим образованием, то есть понадобились эти знания. Я по профессии сама педагог, да, школьник, и поэтому вот в работе с 5-летками, с 4-летками у меня есть хорошая база. И я знаю эти физиологические особенности детей, как бы действую уверенно. Вот. И вот в этом году в Судаке был круглый стол по вопросам детского балетданса. Они просто молодцы, вот Наталья Паша, организатор, потому что эти вопросы практически нигде не поднимаются, а желательно и по детским костюмам, и по детским движениям, и по танцам. То есть часто тренеры от безграмотности, наверное, делают детям взрослые танцы. Этого быть не должно. То есть ребенок должен оставаться ребенком. И вот пусть он как цветочек двигается, а не как маленькая женщина. То есть вот эти, это столько здесь тоже нюансов, над этим надо думать и работать, и действовать очень аккуратно, чтобы не было пошлости и у детей, и у подрастающих девчонок. Ну, поэтому мы стремимся так, чтобы было все у нас грамотно и красиво, чтобы люди, если даже приходят на концерты, получали удовольствие, чтобы выходили удовлетворенные от зрелища, от полученных там впечатлений, чтобы все было так спокойно и красиво и достойно. Коллектив «Модерн Данс». Да, помимо восточного направления в этом году у нас открылось новое направление. Это шоу-балет, называется «Two Cats», где мы изучаем стили современной хореографии. Это модерн, контемп, бурлеск. Вот. Да, идея зародилась довольно-таки давно, так как мой брат, который является профессиональным танцором, на данный момент он работает в очень сильном профессиональном шоу-балете на круизном лайнере «Бразилия-Италия». Вот. Он давно начал заниматься современной хореографией, мне это заинтересовало и очень понравилось. Вот. Ну, идея возникла создать вот шоу-балет,
такой, он будет приносить чего-то своего из западной культуры, а я уже с девчонками буду изучать такие стили, вот как бурлеск, ведь, ну, как бы, мужчине сложно преподавать этот стиль. Вот, ну, поэтому в этом году сделали объявление, набрали девчонок, и все с удовольствием ходят, занимаются. Пока все получается. Сюда могут пригодить какого-то возраста определенного или разного? Ну, рассчитывался, что балет с 14 лет, так как постановки уже взрослые, и младше не набираем, потому что есть движения, которые девушки младше не смогут сделать. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, в будущем, когда приедет Вова из-за границы, увидите ребят в нашем коллективе, конкретно Вова будет с ними заниматься, давать им мужскую часть. Вот. Поэтому приглашаем всех ребят, всех желающих, не бойтесь, приходите, научим.